Самый необычный секс в вашей жизни. И секс на людях. И... Лучший телеведущий, мертвый телеведущий. Деньги! Вот так, знаете? Так я планирую в ближайшем будущем стать многодетным отцом. Я могу даже жопу показать. Пополам, ну и половину пропили. Пассивно! Давай. Такие маленькие едят и гадят, как большие. А он заходит и говорит: девушка, схватит меня за грудь. Я говорю: мужчина, что вы делаете? Уже столько песен сочинял, что, может, не успею все песни спеть до конца жизни. И выигрывал много, и проигрывал много. Друзья, не верьте Вячеславу Пикуну. Я никогда никого не обманывал.